17 февраля принято считать днем российского кадетства. В 1732 году императрица Анна Иоанновна основала первый кадетский корпус. И вот спустя почти 300 лет свои первые погоны получают воспитанники школы имени Героя Советского Союза полковника Александра Кочетова. Вскоре в их учебном расписании появятся необычные уроки. Основы военной службы, речное морское дело, решение нестандартных задач. Но сегодня для этих пятиклашек день особенный. Их принимают в кадеты. Получить заветные шевроны воспитанники смогли только спустя полгода. Этому предшествовала усиленная подготовка. До этого они были воспитанниками, проходили подготовку по основам военной службы, изучали присягу кадет, готовились, проходили строевую подготовку, а сегодня мы будем их посвящать в кадеты. Понятия патриотизма, долга и чести для этих ребят не пустые слова. Уже сейчас они принимают волевые решения. Я решила стать кадетом в 10 лет, потому что хотел стать военным моряком и быть на корабле. Следовать старому кадетскому девизу: кадет кадету друг и брат. Клянемся, клянемся, клянемся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.